Приветик всем, снимаю видео о покупках в августе месяце. Давайте смотреть, что купила. Наборчик от Fresh Juice. В наборчике сахарный скраб для тела и крем-масло для тела, шоколад и марципан. Я давала себе слово, что ничего не буду покупать у Fresh Juice, но вот против этого набора устоять не смогла. Что будет в итоге, попробую, непременно расскажу. Купила бальзамы для губ. Hello Kitty, это с ароматом или вкусом, не знаю, как правильно сказать, леденец и лайм. Видела в магазине Элизи или Лизе, не знаю, как правильно говорить, наборчик, там было 4 бальзама, еще каких-то 2 вкуса, но меня интересовали только эти 2, поэтому по отдельности увидела их в Литуаль, ну и купила, собственно говоря. Еще взяла вот такой бальзам, это вишня в виде яйца. Это такая, наверное, пародия на знаменитые эти бальзамы в виде яйца. Улыбки радуги. Не смогла устоять перед бальзамом для губ Maybelline. Это вишня, 59 рублей. Ну, такого у меня нету и взяла. Делала заказ в интернет-магазине Rive Gauche. Взяла такой крем для тела от Gauche. По-моему, то ли сочные фрукты называются. Как-то так, 150 мл объем. И палетку консилеров BB Skin Perfection Kit Light, короче говоря. Не знаю, сколько номеров в палетке, но вот это у меня Light. Кремовые консилеры, один посветлее, потемнее, и хайлайтер кремовой текстуры. Я увидела эту палетку в видео Марины. Марины, ее ник Маришка, она рассказывала о содержимом коробочки Glambox, не помню какой, и там была у нее вот мини-версия этого продукта. Мариша, привет тебе большой. Я, в общем, очень захотела купить вот эту палетку, но Мариша ее так разругала, в общем, в пух и прах, что такая она плохая и все такое. Я как-то себя отговаривала, хотя было очень жалко, потому что мне очень уж дизайн понравился, если честно. Потом увидела видео Kofka the Cat. Вот тут, по-моему, топовый блогер все-таки. Вот, посмотрела, ну, в общем, думаю, все равно попробую. Как-то не смогла удержать себя от покупки. Решила купить. Теперь, что касается интернет-магазина. Отзыв будет о работе совершенно негативный, если можно так сказать. Я заказ делала все-таки, живу я в Москве, да, и заказ я получила через неделю. Такое вообще впервые. Заказывать в московском интернет-магазине и получить через неделю заказ, это просто нонсенс. Я с таким вообще впервые сталкиваюсь. Кроме того, почему я сделала заказ в интернете, а не купила эти продукты в магазине? Потому что обещали, по-моему, в течение 3 дней была какая-то акция, если сделаешь заказ, то получаешь в подарок 5 миниатюр. Была такая шикарная фотография с миниатюрами, было, конечно, написано, что вложение может отличаться от изображения на картинке, ну, как обычно. Ну, в принципе, было не принципиально, потому что наборчик демонстрировал, что там будет миниатюрка парфюма, ухода и все такое прочее. Что я в итоге получила? Пробник маски гидроспарклинг от Живанши. Пробник 3 мл сыворотки полифенол от Кадали. Пробирка с ароматом Флора Байгучи. И пробник аромата Аквалигория Лимон. И еще был один пробник парфюма, я не помню какой, я просто отдала его, как-то получилось так. Вот что я получила. Я не знаю, может быть, конечно, это 5 миниатюр, но мне кажется, что все-таки это пробники. Я считаю, что это был наглый обман со стороны Rive Gauche. Было очень неприятно. Больше никогда ничего заказывать в интернет-магазине Rive Gauche я не буду. Этого опыта мне хватило, обещания не свои не держат и вообще очень неприятно. Заказ был у меня от Oriflame. Взяла себе любимый спрей для ног. Спрей их люблю. Это лимитка, по-моему, прошлого лета. Какая-то ягодная, что ли. Ну, в общем, отдушка очень приятная была. Много брать не стала. Взяла 3 штуки. Взяла скрабики вот такие вот из этой же лимитированной версии. У меня был такой скрабик. Скраб никакой, это просто такая ароматерапия. Там скрабирующих частичек настолько мало, что их можно, наверное, пересчитать, если постараться. Ну, просто мне очень нравится аромат.
поэтому и купила. Крем для рук черешня, лимитка. Не знаю аромат, у меня так бывает, но вот как-то черешню люблю, думаю, что будет пахнуть очень приятно. Поэтому купила не один крем, а купила я тоже три штуки взяла. Гель, по-моему, из серии «Шелковая орхидея» для бритья, 150 мл объем. Не в первый раз беру, очень довольна, очень нравится, шикарнейший просто аромат. Достаточно быстро расходуется, я не могу сказать, что он какой-то суперэкономичный, но очень понравился, и поэтому решила покупку повторить. Ждала, когда будет скидка, вот наконец оно все случилось, и я и, собственно говоря, взяла. Крем для рук, ваниль и гранат. В первый раз беру. Ни разу я не покупала крема для рук у Oriflame из серии вот этой Nature's Secrets. Ну, решила попробовать. Купила я тональную основу Oriflame. Не помню, как она называется. Какая-то невидимая, что ли. Perfect Fusion Foundation. Не знаю, как это переводится. Дело. В оттенке Ivory. Вот так она выглядит. Еще не пробовала, ничего сказать не могу. Но надеюсь, что будет неплохо. Подружке купила, появились такие парфюмки, такая компактная версия, пластиковая упаковка с дозатором, от Липсмакер, клубника, ваниль и сахарная вата. Выбрала для себя клубнику. Купила всем известные сыворотки от Эвилайн, по-моему, я взяла, да, взяла две штуки, очень нравятся, очень они даже неплохие. Замечательная база под тени, на мой взгляд. Пользуюсь с большим удовольствием. Но купила, надо уже пора поменять. Взяла сразу две, чтобы не бегать. Пилочка от Essence. И еще одна пилочка в сумочку, в таком чехольчике. Очень я люблю вот эти вот пилки в чехлах. Не могу открыть, что-то она не открывается. Ладно. В общем, хорошие пилки. И упаковка у них достаточно удобная. Нравится. Помада от Oriflame Pink Mayflower 30656. Не помню, как переводится на русский язык. Вот такая вот она. Розовая. Что-то она не закрывается. Так, это одна помадка. И еще у меня. Даже надела вторая. Куда-то я ее задевала. А, вот она. И вторая помадка, это, по-моему, нежный беж, VIP беж у них называется. Номер, да что ж такое? 3675, такая вот она. Собственно говоря, почему я взяла две помады, пытаясь найти свой хорошенький такой, подходящий мне нюдовый оттенок. Когда я пользовалась, вернее, только косметикой масс-маркет, зачастую я покупала несколько помад из одной линейки. Для того, чтобы, смешивая, подобрать необходимый тон. Ну вот, решила как-то вспомнить эту практику. У меня как-то с помадами Oriflame все время такое дело прокатывало. Ну и взяла вот эти две помадки. От Vivien Sabo это масло, по-моему, для бровей и ресниц. Привлекла упаковка, взяла. Так, не знаю, что это такое. Лак от L'Oreal 854 номер. Оттенок называется «Золотая ракушка». Покупала в интернет-магазине. Картинка была красивущая. Думала, что он будет золотой. В итоге он такой, знаете, какой-то кремовый такой. Цвета, наверное, как кофе с молоком, с розоватыми блестками. Пока разочарована. Не знаю, может быть, конечно, будет смотреться красиво, но ожидала я немножко другое. Помада от Vivien Sabo. Руши Винтаж в оттенке 408. Смотрела видео о покупках Леры, ее ник Валвери. Лера, огромный тебе привет. И купила вот помаду, которая была у нее в видео. Ну, попробовала ее, потестировала в магазине. Вроде как ничего. Пахнет замечательно. На мой взгляд, пахнет земляникой. Вот прям натуральный. Ну, может быть, это субъективное мое такое мнение, не знаю. Бальзамы для губ от Маловаров. Восточная сказка и ванильный рай. Давно хотела попробовать эти бальзамы. Купила, очень довольна. Надеюсь, не подведут.
такой наборчик от Vivien Sabo Smoky Eyes. Это, по-моему, это для брюнеток. Ну, честно говоря, когда вот такие наборы бывают, я не очень-то обращаю внимание, для кого они предназначены. Я смотрю, чтобы это подходило мне лично, по моим предпочтениям. Поэтому выбрала набор для брюнеток. Хотя коробочка, наборчика для блондинок мне понравилась больше. В общем, здесь черный карандаш, тушь Кабаре, 4 оттенка теней. Тени, ну, так себе. Здесь вот, ну, да, видно, кусками. Кусками не ложатся. Не знаю, может быть, с базой будет получше. Цвета, на самом деле, очень красивые. Я боялась, что будет банальная коричневая гамма. Нет, нет. Цвета красивые. И коричневый такой незаезженный, коричневый холодный оттенок. Скорее, эта палетка, наверное, вот коробочка понравилась. Ну и, собственно говоря, поэтому и купила. Румяна от Essence, лимитированная коллекция. Как же они обзываются-то? Здесь вот они заклеили Summer, что-то такое. Такие вот румяна. Essence очень любит копировать по внешнему виду оформление люксовых продуктов. И у Catrice, по-моему, тоже это есть. Но у Essence это достаточно часто. Здесь мне это напомнило румяна от Estée Lauder. Есть у них такие румяна с переходом от желтого к красному. Здесь от оранжевого к такому красно-розовому. Но есть у них еще и румяна. По-моему, они такие квадратные, что ли. Там вот более точно сымитировано продукт от Estée Lauder. Ну, не знаю, как-то вот понравились. Лимитка. Ну, сами понимаете, лимитка – это волшебное слово. Уже практически аргумент для покупки. От Eveline – восстанавливающая сыворотка для губ. С маслом органа, SPF 20, с ароматом клубники. От Eveline не было у меня бальзамов. Решила попробовать. А может быть и ничего. Наборчик такой купила в... Где купила-то? В Литуаль. И лазур со скидкой 50%. В наборе тушь, черный карандаш и блеск для губ. Вот такой вот набор. По-моему, 379 рублей. Ничего от этой марки у меня не было. По-моему, она какая-то такая вот промежуточная. Так, не знаю, люкс или полулюкс. Я не знаю, как ее характеризовать. Сейчас я это все дело отсюда вытащу. Ой, все укатилось, конечно. Вот такая вот тушь какая-то вся из себя. Черный карандаш. Ну, в принципе, ничего, так оформление. Ну и блеск достаточно такого приглушенного розового оттенка. По текстуре напомнил, ну, шиммера там практически нет. В общем, похож на жидкую помаду. Вот. Ну, посмотрим, как будет в деле. Тональник от Maybelline Affinitone. 20 тонн, натуральный, бежевый. Тоже не было у меня этой тоналки. Ну, какой-то вот, я не знаю, в последнее время какая-то тяга к тональникам. Вот все подряд пробовать. Взяла и этот. Лимитированный бронзер от Essence. Так вот он выглядит. Такая пальма светлая. Ну, это, наверное, как типа, не знаю даже, хайлайтером не назовешь. Ну, просто светлая такая пудра. Остальное более темное. Ну, я бы не сказала, что рыжит. Честно, на лицо наносить не пробовала еще как-то вот. Не случалось. Посмотрим, что это такое. Обязательно расскажу. И купила я бронзер знаменитый Сан-Тропе от Vivien Sabo, значок Allure. Его я сразу же попробовала. Что могу сказать? Мне понравился этот бронзер. Я понимаю, почему на нем значок Allure, почему он так всем нравится. Действительно не рыжит. Хорошо лежит на коже, хорошо распределяется. В общем, нормально тушуется, ничего не могу сказать. Единственное, что не понравилось, это не понравилось то, что он пылит, рыхловатый он. Вот. А так, в общем-то, хороший продукт. За свою цену я считаю, что просто идеальный. Два карандашика от Vivien Sabo. Не знаю, очень понравились мне цвета, я вообще не покупаю карандаши масс-маркета для глаз. 304 номер, синий и фиолетовый, точнее баклажановый, в оттенке 305. Ну, подумала, что стоили они где-то 100 рублей, думаю, если уж не понравится, то не так страшно. Подводка от Essence, номер не могу найти, 05 Fesche Aqua. Очень долго я искала эту подводку, она такая синяя,
шиммером. Очень красиво такая она была сфотографирована в каталоге магазина «Подружка». Там, собственно говоря, я ее углядела. Потом, ну, естественно, в магазинах она мне не встречалась. Я пыталась ее как-то найти. Ничего у меня не выходило. Везде нет в наличии. И, наконец, я нашла ее в магазине Е5. И, собственно говоря, заказ, все, что я там покупала, уже было куплено, что называется, вдогонку к этой подводке, стоила она 165 рублей. В итоге, когда я ее получила, я поняла, что, в общем-то, совершенно она мне была не нужна, потому что цвета как такового нету. Скорее, это такой, знаете, вариант, как вот лаки. Есть покрытие на какой-то лак, вот блестки, а вот это вот такая вот подводка. Никакого цвета нет, одни блестки она дает. То есть, вот если в чистом виде нанести, то, конечно, будет полный отстой. От Essence мерцающая пудра из лимитированной весенней коллекции. Название коверкать не буду. Вот такой какой-то вот куки-скрим какой-то. Я попробую ее открыть. Вот что мне не нравится у Avon, у них вот, ой, простите, у Essence, у них очень тугие заглушки. Вот что у этого бронзера, я его смогла открыть, вот эту с пальмой, я его смогла открыть при помощи палочки из апельсинового дерева для маникюра. Ногтями это сделать невозможно. Здесь тоже туго очень открывается. Вот такие вот шарики. Очень с приятным ароматом. Знаете, наверное, не пирожного, а, наверное, крема. Вот как бывает в пирожных масляный крем, простите. Вот что-то такое. Еще не пробовала, но так они достаточно такие блестящие. Попробую обязательно, в общем, расскажу, что это такое. По совету Леры купила себе топовое покрытие от Seventeen Supreme. Надеюсь, что с этим покрытием у меня, в общем-то, наладится отношение со всеми моими лаками, и будет все в порядке с их стойкостью, и будут они замечательно держаться. Купила я от Lumine консилер под глазки. Где-то в каком-то видео очень его хвалили, решила попробовать, пришла в магазин, долго искала тестер, тестеров нету, думаю, что ж такое, а потом прочитала, что один оттенок, и почему-то они решили, что тестер, наверное, и не нужен. В общем, я взяла его без теста, не знаю, что это такое, попробую уже потом расскажу. Купила я кондиционер для тела смываемый, придающий упругость 3 в 1, с маслом органы от Эвелайн. Здесь большой объем, по-моему, 350 миллилитров. Никогда не покупала кондиционер. Обычно использую неподходящие какие-то лосьоны или кремы в качестве этой цели. Но вот упаковка очень понравилась, и поэтому я его взяла. Думаю, что он будет так замечательно смотреться в душе. Там три вида. Питательные, еще там какие-то. Ну вот выбрала вот этот вот для себя. Посмотрим. От Флоресан купила активный сжигатель жира, выводит токсины, термогенный эффект. Купила после просмотра видео Супергекта. Ник, Леночка, привет тебе огромный. Вот, надеюсь, что мне тоже понравится эта штука. Давала себе слово не покупать гель для душа, но вот в подружке увидела вот этот гель от Джонсонс. Это с ароматом ананаса и лилии. Протестировал аромат из упаковки, совершенно волшебный. Не смогла уйти без этого геля. Ну вот, и получается, пополнила свои многочисленные запасы гелей для душа. От домашних рецептов крем-скраб для тела с земляникой и сливки. Огромнейший такой объем, 400 мл, ложка. Совершенно волшебный внешний вид, какой-то такой двухслойный, не знаю, мешать его надо или что. Интересный продукт. От Эколаб пенящееся масло для душа расслабления. Какао, экстракт ваниль. Есть у меня уже в запасах два таких пенящихся масла. Ну вот и вот этот аромат взяла. Мне показалось, что он очень классный. Принесла домой, вот как-то попробовала аромат из упаковки. Ну, надеюсь, что в душе он будет такой же сладкий, приятный и внушительный. Смывка для лака от Салли Хансен. Это у меня идет для суперукрепляющей для всех типов ногтей. По-моему, они ничем не отличаются друг от друга. Ну, вот выбрала вот эту вот. Может, цвет упаковки понравился, не знаю даже, как сказать.
Еще один ремувер марка Domix или Domix Green Professional. Это, по-моему, отечественное средство для снятия лака с ногтей без ацетона. Там много всяких штук с ацетоном, без ацетона, там для натуральных ногтей, для гелевых, не помню уже, там большая у них куча всякая, всяких этих средств. Это в Элизе или Элизе. В общем, купила вот там эту бутылочку, посмотрим, что это такое. Продолжаю коллекционировать средства для коррекции фигуры от Овилайн. Просто еще не знаю, как посмеяться над этим. Высокая концентрированная сыворотка антицеллюлит против повторного образования целлюлита. 245 мл объем. Мягкий биолосьон для снятия макияжа с век. Удаляет самый стойкий макияж. Я так и не поняла, это дизайн изменили вот этого лосьона или это какое-то новое средство? Ну, попробую, узнаю. Спрей от Essence Beach Croise, наверное, так. Я так понимаю, это продукт, который такой же, как вот спрей от Avon или Oriflame, вот эти парфюмированные такие вот, которые фруктами пахнут, цветочками. Ну, что-то такое. Это вот из лимитированной их версии. Вот, взяла. А жидкое мыло от Fa. Лайм и имбирь. От Fa жидкого мыла никогда не покупала. Понравилась упаковка, взяла. Сбылась моя мечта, я посетила наконец-то магазин Flor Mar. Был у меня список хотелок. К сожалению, вот как-то, когда я надумала все-таки совершить покупку, почему-то исчезли из всех магазинов эти островки, и была в Золотом Вавилоне нету, и в Моллари Гэл в Владыкино тоже нету. И, наконец, я все-таки узнала, что теперь у них магазин фирменный в Ереван Плаза. Приехала туда, показываю, что купила. Взяла два блеска для губ, такой вот прозрачный, с розовыми блестками, очень похож по эффекту на органит от Шанель. Ну, на губах не пробовала, только вот за тест на руку не доставала еще. А вот этот какой-то стойкий, такого ягодного оттенка с большим количеством шиммера, очень пигментированный, насыщенный просто, не знаю, до беспредела. Очень понравился, посмотрим, как будет на губах. Взяла два лака. Розовый, перламутровый в оттенке 103. И белый в оттенке 201. Честно говоря, вот проблема у меня с этими белыми перламутровыми лаками. Сколько ни покупаю, как-то не устраивает меня ли качество, или как сохнут, или как ложатся. Ну, вот очередная попытка. Думаю, может быть, этот продукт будет получше. И купила я кремики для рук. Появились у них средства по уходу за руками, за телом. С ароматом манго взяла. И с ароматом клубники. Ну вот из тестера мне понравились эти два кремика и взяла. Теперь, собственно говоря, зачем я вообще ехала? Это за палеткой теней 41 номер. У всех она, наверное, была, все уже ее знают, и уже всем она надоела, и все от нее избавились, а я только покупаю, потому что, ну, тут очень-очень хотелось. Просто безумно счастлива, что я ее купила. И две палетки с румянами в оттенке 115 и в оттенке 116. Тоже такие знаменитые, тоже во всех видео мелькали, только у меня не было. В общем, я сначала думала, что я выберу, но так не смогла выбрать. Решила купить обе палетки. Потом разберемся, что к чему. Какая будет ходовая, какая нет. Надеюсь, что все будет ходовое. Ну, как всегда. За покупку мне подарили такую какую-то косметичку силиконовую, но я, честно говоря, ее сразу выкинула, потому что запах был ужасный. И подарили мне вот такой наборчик. У них появилась уходовая линейка, и на выбор были подарки для разных типов кожи. Выбрала почему-то для сухой, не знаю почему. В общем, здесь средство для снятия, очищающее молочко, средство для снятия макияжа с глаз, тоник и крем для лица. Вот такие наборчики дают за покупку, по-моему, на 500 рублей надо купить. Вот. Я считаю, что замечательный, в общем-то, подарочек, если так уж говорить. Ой, что-то у меня там упало. Так, была большая у меня закупка в магазине Литуаль. Купила я себе пудру Revlon Nearly Naked. К сожалению, тестеров не было, ошиблась я с оттенком. Купила самый светлый, 10-й, Fair Claire. Вот так она выглядит.
такая там. Достаточно прозрачная пудра, но вот я говорю, с оттенком я ошиблась. Не знаю, что я с ней буду делать, потому что у меня она светловатая. Ну, может быть, зимой будет как-то что-то. Но все равно буду ее тестировать с разными тональниками, в разных комбинациях, на голую кожу, на базу, на тональник. Если как-то покажет себя с лучшей стороны, все-таки, наверное, приобрету, нужен мне 0,20 номер. По факту я поняла, что так. Единственная претензия – это защелка. Она ужасно тугая, и открыть ее – большая проблема. Целую море тушей из магазина L'Etoile их марка. Это Matrix в оттенке 301 Noir Infini. По-моему, она черная или какая-то серо-черная. И три туши, как-то не знаю, как правильно прочитать. Сейчас. Наверное, багет. Багет. В оттенке 402 коричневая, в оттенке 401 черная и 403 синяя. Невообразимое море тушей. И взяла под две подводки. Это подводки их линейки Психоделик. 505 оттенок какой-то сейчас Электро Муф и 506 Гипнотик. Гипнотик у меня есть, я ее показывала неоднократно. Отчаялась я найти эту подводку, вот интересующую меня оттенка, как вот у этой вот L'Etoile-овской, но в хорошем качестве. Смешная цена была, 100 рублей, думаю, куплю. А вдруг здесь кисточка будет лучше, чем в моей подводке. И вы знаете, купила, она действительно тут лучше. Здесь как-то, по-моему, она получше сделана. Может, у меня какая-то бракованная была, не знаю. Ну, это такая вот выглядит она на глазах, знаете, как, наверное, коричневая с каким-то таким красноватым подтоном. Ну, в принципе, интересно, с учетом того, что подводки все-таки, как сказать, такие металлик. Ну, в принципе, смотрится неплохо. Сейчас уберу. Тени в оттенке 603. Это, наверное, розовое золото. Камера не очень передает. Ну, в общем, розовое золото. Мне показалось достаточно симпатичным оттенком. Посмотрим, как будут лежать. Кисточка от Aero Professional. Разочарована кисточкой ее размером. Все-таки мне казалось, что она будет меньше. Как-то я не очень разобралась, видно, когда делала заказ в интернете. Ну, так вроде бы она мягкая. Посмотрю, как будет в работе. Еще одна подводка от вот эта вот L'Etoile-овская тоже. Оттенок, как же называется-то? Золотая руда 608. Я так понимаю, это летняя коллекция. Честно говоря, какое-то фанатство пошло на подводки. Вообще я с подводками на «вы». Предпочитаю как-то карандаши, но вот почему-то сейчас просто какой-то бум у меня. Мне просто вот хочется почему-то пользоваться подводками. Взяла эту золотую, думала, когда ее тестировала в магазине, мне показалось, что она будет... Сейчас я попробую как-нибудь выможу на себя. Так. Ну вот так вот, такая вот она золотая. Я думала, что она будет ярко-люминесцентной золотой, но когда стала наносить ее на глаза, в общем, достаточно приглушенный цвет. И скорее не золото, наверное, очень светлая бронза. И очень она носибельная, не кричащая. Вполне можно использовать ее осенью. Обязательно расскажу о ней более подробно, когда буду собирать косметичку на осенний период. Салфеточки такие вот Bon Voyage для снятия макияжа с экстрактом эхиноцеи. Выбрала эти, просто понравился цвет упаковки, собственно говоря. Была в магазине Organic Shop. Купила зубную пасту от Natura Siberica, камчатское минеральное укрепление зубной эмали, кристальная чистота зубов. Для меня это новинка, попробуем, посмотрим. Давняя хотелка, это скраб. Черешня и абрикос от Love to Mix Organic. Как-то все откладывала покупку, ну вот, наконец, приобрела. Еще один продукт, это от Love to Mix Organic, суфле для тела, клубника, взбитые сливки. Тоже давно хотела, все себя отговаривала, думаю, да зачем, да столько много кремов для тела, но когда пришла в магазин, еще раз протестировала этот волшебный аромат из упаковки, не смогла уйти без этой баночки, тем более, что и цена такая смешная, по-моему, баночка стоит 90 рублей в фирменном магазине. Хотя в другом магазине я видела цену на этот продукт 220 рублей, вот совсем сдурели. Такая разница в цене, это просто кошмар.
Домашние рецепты: крем для тела, малина и смородина. Упругость кожи, энергия витаминов. Большущий такой диаметр у банки. На самом деле объем 250 мл. Не знаю, чем вот привлекла меня эта банка. Купила. Банные штучки. Скраб сливочное печенье. Питательный, сахарный. Какой-то большой тут объем, не знаю. 250 миллилитров, нет, стандартный. Ну, в общем-то, причина понятная. Сливочное печенье. Обожаю все эти вкусно пахнущие штуки. Надеюсь, будет очень даже классный. Смывка для лака от Essence. Никогда не брала, но для компании вот как-то решила взять еще и эту. Все-таки ищу свою идеальную смывку. Не очень меня перестала меня устраивать Gemini. Все-таки она подсушивает немножко ногти. Поняла, нужно что-то другое. На черного жемчуга глубокое биоочищение 5 в 1. Гель, пенка, скраб, пилинг, маска. Видела большое количество отзывов на этот продукт. Главная претензия, я так поняла, сводится к тому, что не оправдывает обещание 5 в 1. То есть кто-то видит в этом маску, кто-то говорит, что это легкий, деликатный скраб. Я, честно говоря, когда покупала, мне просто, вот я говорю, не знаю, не могу объяснить причину покупки, упаковка понравилась или что. Я как-то по опыту уже знаю, что когда написано вот 5 в 1, там 4 в 1, 3 в 1, скорее всего, будет одно что-то. Ну и если этот продукт действует по той же схеме, если это будет либо маска, либо скраб, в принципе, разочарования у меня не будет, все равно попробую, интересно. Cosmetic Line. Живая кожа, крем для рук Office Comfort с экстрактом кактуса, опунции, комплексом. В общем, какой-то хитрый комплекс, даже прочитать не могу. Я купила этот крем, потому что в аннотации написано, что он незаменим в офисе, самолете и поезде, абсолютно неощутим на коже. То есть, якобы с ним можно работать, нанеся этот крем, можно работать с бумагами. Честно говоря, я вообще ни разу не встречала ни один крем, с которым бы вот, который можно было бы нанести и выполнять какие-то бумажные дела. Потому я все время смываю крем, наношу только на внешнюю часть рук. Вот так вот, рука об руку распределяю крем, и все, чтобы сами ладони были чистые. Не могу вот это везде, вот этот жир какой-то или липкость. Надеюсь, что, может быть, вот этот вот кремик, он будет таким чудесным средством, которое можно наносить и потом работать. Обязательно о нем расскажу, как попробую. Гель для душа. Alpi Fresh Body, экзотический лес. Не смогла найти, как-то прочитать производителя. Это, по-моему, немецкий гель, 300 мл. Совершенно волшебный, безумный аромат тропического леса. Классная упаковка. От этой марки не пробовала еще. Там много было всяких гелей. Ну вот, хоть и гелей для душа полно, но вот от этой бутылочки я как-то не смогла отказаться, не смогла пройти мимо нее и приобрела этот гель. Был у меня заказ у Фаберлик, сделала заказ. Причина заказа была возвращение полинезийской коллекции двух продуктов. Молочная ванна с цветами КУП. Очень приятный у нее аромат. Я взяла поэтому три флакончика, потому что, по-моему, 69 рублей. Мне показалось, что это более чем хорошая цена. И купила. И еще я взяла тоже из этой же линейки, это легкий мист для ног. Взяла две штуки, потому что очень мне понравился он, а когда долго собиралась повторить покупку, а потом уже из каталога убрали. Было очень жаль, решила, что в этот раз я уж парочку себе, но точно прикуплю. Бальзам для рук от Essence. Банан в шоколаде. Тоже какая-то лимитированная линейка. 100 мл объем. Посмотрим, как он будет пахнуть и увлажняет руки. И клубника в шоколаде. Был еще киви в шоколаде, но что-то я не захотела брать как-то. Не знаю. Не захотелось, в общем. Еще видео у Ани. Анна Котенок. Анечка, привет тебе. Увидела гели для душа злобной птички. По-моему, видео было о пустых баночках. Она рассказывала о геле с запахом винограда Изабелла.
такая черная птичка там была, в общем, с этим ароматом. Когда увидела в перекрестке эти гели, да еще по акции 3 по цене 2, не смогла пройти мимо. В итоге что купила? Вот такая вот желтая птичка, это спелый банан. По-моему, 200 миллилитров объем. Это нереально позитив. Красная птичка, это имбирный чай с корицей. Простите. И вот такая вот наглая зеленая свинья, это яблочный мусс. Ну, просто заулыбалась увидеть упаковки, думаю, непременно хочу их видеть в ванной. Была в магазине Body Shop, думала, что-нибудь куплю по распродажам. В итоге ничего меня не зацепило. Решила, что обойдусь я вот любимым баттером с клубникой. И вдруг чудо, смотрю, маленькие упаковки у них идут со скидкой, ну, вернее, не скидка, а акция 3 по цене 2. В общем, вместе с консультантом мы смогли найти 3 банки клубники. Почему клубника? Ну, вот нравится мне клубника и все. Не хотела я экспериментировать. Хватило с меня уже покупки этих лимитированных баттеров с имбирем и клюквой. Хочу, чтобы были только любимые продукты, поэтому купила я вот 3 этих баттера. И, наконец-то, я заглянула в магазин «Новая заря». Выбрала для себя молочко для тела, по-моему, с ароматом шалуни очаровательное. 150 мл объем, смешная цена, по-моему, 62 рубля. Оформление чудесное, аромат вроде бы очень даже приятный. Купила. И продукт, который я очень давно хотела. Видео показывала его Лера. Это крем для ног «Кузнецкий мост». Лера говорила, что аромат похож на аромат «Шанель номер 5». Мне это сразу зацепило. Я считаю, что для крема для ног очень даже шикарно. Тем более, что настолько уже надоели все эти банальные крема с ароматами эвкалипта, мяты, лаванды. Все это настолько наскучило, что, в общем, думаю, непременно куплю этот крем. И пришла в магазин, сразу же, в общем, схватила его. Тоже 150 мл объем, тоже цена 62 рубля. Если он будет действительно классный как крем, то цены ему, собственно говоря, нет. Потому что за такие деньги такая шикарная упаковка и прекрасная, достаточно приятный очень аромат. Я почему так говорю? Потому что я только в тестере пробовала его. Не знаю, как он будет на коже, собственно говоря, непременно расскажу. Но в целом я покупкой очень довольна. Просто супер бюджетная покупка, я считаю. Очень даже приятная. Еще забыла показать. У Faberlic я купила себе массажер. Вот такой вот. Пока его в деле не пробовала, просто, что называется, примеривалась, рассматривала его, чтобы рассказать о нем, что могу сказать. У меня остались самые хорошие впечатления, вот пока вот такие вот, что называется, после первичного рассматривания этого массажера. Какие достоинства? Во-первых, вот эта лента, она очень плотная и сидит на руке этот массажер как влитой. Обычно вот эта лента или какая-то бывает резиновая, или же из пластика, она бывает очень большая и приходится... Хоть и просовываешь вот так пальцы, но приходится массажер фактически вот так руками держать. Здесь это не требуется, потому что очень плотно прижимает. Кроме того, сами вот эти шипы совершенно нереального огромного размера. Я думала, что это будет нехорошо, а по факту наоборот. Размер сейчас покажу, но вот видите, достаточно они большие, высокие, я имею в виду их высоту прежде всего. Широкая у них такая поверхность. Чем удобно, что они такие длинные? Понятное дело, что массажер будет испачкан маслом, антицеллюлитным, там, я не знаю, или кремом, или лосьоном, или чем-то, удобно мыть. Потому что, когда бывают массажеры вот эти вот со всякими этими шипиками, как, например, у Oriflame массажер, невозможно, потом измучишься с этим мытьем, здесь, я думаю, такой эпопеи не будет. В общем, попробуй его в деле, если он действительно... Простите, будет такой классный. Я, наверное, куплю второй, чтобы было два. Один на одну руку, другой на другую и пошел работать. Вот. Вот так вот он ходит. Ну, достаточно гибкие. В общем, думаю, что вещь очень-очень даже хорошая. Сбылись мои две давние такие мечты. Купила я себе вот этот бальзамчик. Яйцеобразный EOS, если я так правильно говорю. Наверное, все уже купили и попробовали. Я просто человек дикий, на eBay заказы не делаю. Вот так он выглядит. Теперь можно купить просто в интернет-магазине. Не помню, по-моему, питерский магазин. Да. Магазин называется I Love Makeup. По-моему, так. Выбрала я мускатный
аромат мускатная дыня. Что могу сказать? Попробовала один раз, без ума я от этого бальзама. Вспомнила отзывы, которые слышала и в видео, и в печатном, так сказать, виде. В общем, народ критикует, что они восковые, что не хватает питания, увлажнения. Я не знаю, на мой взгляд, просто идеальный бальзам. Единственное, к чему придраться можно, это к форме. Все-таки, мне кажется, если бы он был в обычном стике, это было бы лучше. Я знаю, что у этой марки есть и бальзамы в виде стика. Наверное, в следующий раз, когда соберусь делать заказ, попробую вроде именно в стике. По крайней мере, три аромата я точно видела. А так, в общем, бальзам просто супер, очень классный, мне очень понравился. Я осталась очень довольна. И увлажнением, и безумным ароматом, абсолютно все. Еще одна давняя моя хотелка. Наконец-то я купила себе эту кисть от Real Techniques. Сейчас я ее достану. Вот такая вот. Кисть для румян. Знаменитый беличий хвост. Купила ее, потому что есть у меня румяна от NARS, с которыми большая проблема в использовании, потому что дуафибра все-таки у меня есть, но она очень большая для пудры, неудобно ей пользоваться. Что я говорю? Вернее, для тонального крема. А для румян, в общем, есть, по-моему, только у NARS. Что я говорю? У MAC покупать не хочу. Огромная цена. И второй вариант — это Real Techniques. Ну вот, наконец-то я ее купила. Наконец-то она у меня есть. Если они вместе подружатся, наверное, я расширю свою коллекцию румян от NARS. Потому что все-таки как-то вот делаю выводы, что больше всего мне нравятся именно румяна NARS-овские. Покупки в Эль-де-Ботте. Счастливый день. Мицеллярка от Биотерм в товарах месяца. Наконец-то я ее купила. Давно у меня ее не было. Обожаю эту мицеллярку. Она исключительно хорошо снимает макияж с лица. Тональный крем, консилеры, корректоры. Превосходная штука. Не оставляет после себя липкую пленку. Нет никакого такого, не то что желания, что ли. Нет необходимости умываться после нее. По крайней мере, нет таких ощущений, которые есть после других мицеллярок. Поэтому я всегда беру в путешествие вот именно эту мицеллярку. Ну, если, конечно, речь идет о том, чтобы именно снимать макияж. Вот. Никогда она меня не подводила. Очень классная. И всегда с удовольствием пользуюсь. Ну, вот очередная бутылочка в косметичку. Водичка от Кадали. 200 мл объем. Тоже была в товарах месяца. Решила купить. Думаю, цена, в общем-то, небольшая. 359 рублей, по-моему. Поэтому и взяла. Купила две подводки от Make Up For Eva. Ну, вот я говорю, фанатство пошло на подводки. Оттенок 6 и оттенок 2. Оттенок 6 я потом подробно покажу, наверное, в видео косметики на осень. Темно-синий цвет. Сильно пигментированная подводка с мелким шиммером. Очень деликатное такое свечение, совершенно спокойно можно будет использовать и осенью, и зимой. В общем, очень я ей довольна. Ее я попробовала уже, классная подводка. Расхвалю ее тоже в каком-нибудь следующем видео, подробно сейчас не буду останавливаться. И вторая подводка тоже мне понравилась при затесте. Называется черная бронза, то есть черная, в котором добавлены золотые блестки. Какое-то волшебство нереальное просто. Обалденные цвета, очень довольна. Я как человек равнодушный к подводкам, просто влюбилась в эти продукты. Купила себе крем от Biotherm Skin Best Night. Заканчивается крем у меня от Matisse. Нужна замена на те продукты, которые действительно хочется купить. В общем-то, я сейчас не могу себе это позволить. Надо как-то перебиться. Ну вот, остановила свой выбор на этом креме. По-моему, он позиционируется от 25 лет, судя по описанию. То, что избавляет от последствий стресса. В общем, делает кожу отдохнувшей. В общем, ничего такого конкретного антивозрастного. Но купила вот этот вот крем. Давно не было кремов от Биотерм. Надеюсь, что разочарования не будет. И что самое чудесное, одновременно с посещением счастливого дня в Эль-де-Ботте, в общем-то, мне удалось посетить и клиентский день. Шанель был тоже в Эль-де-Ботте, как бы два в одну. Что я купила? Две туши от Шанель Ле Валю. Это туши я купила для своей мамы, обе. Мне не в бюджет не вписались в этот раз.
Купила CC-крем от Chanel. Давно хотела в оттенке Beige Rose, но, по-моему, это единственный оттенок, который у нас представлен. В общем-то, я так что-то потестила на руке. Как-то я не заметила, чтобы он розовел. Ну, посмотрим. Купила, в общем, давно хотела попробовать. Хорошие отзывы на этот крем. Ну, наконец, взяла. Он достаточно дорогой. Ну, надеюсь, что оправдает свою стоимость. Взяла пудру Le Beige. По-моему, так правильно произносить. В оттенке 0,20. Сейчас открою. Там стандартный пылесборник. Все как всегда. Вот так выглядит упаковка. Постов, в принципе, на эту пудру достаточно много. Здесь очень хорошая кисть, именно хорошего качества. То есть можно наносить. Заглушка вот такая черная, пластиковая. Ну, такая вот пудра. Оттенок 0,10 уходит в розовый, 0,20 уходит в желтоватый. Дальше уже пошло такое вот конкретный уже загар. То есть, в принципе, как пудра, это, наверное, первые оттенки, только 10 и 20. Но остановила свой выбор на оттенке 20. Давно хотела, очень рада, что наконец я купила. Теперь, что касается с покупками, все. Теперь, да, еще забыла показать. Вот такой наборчик от Эни я взяла. Здесь, сейчас я его открою, как я про него забыла. Здесь в наборчике идет масло для ногтей, средство, укрепляющее с витаминами. Вот там маленькая пилочка такая с логотипом Эни. Набор, по-моему, стоил 300 с чем-то рублей. И купила то, что... Объем средств небольшой. Я вот как-то замучилась уже со всеми этими средствами. Там объем, как правило, 10-12 мл. Не успеваешь использовать. Все это долго стоит. Ну, в общем, да. А здесь объем маленький, поэтому и взяла. Подарили мне на кассе сашетки с базой от Sephora. Такие вот кремики тоже. Саше сефоровские. Это в магазине Body Shop в Сиси... Что я говорю? Биби крем. Да, наверное, все-таки это биби крем. А с витамином Е. Ты мне уговаривали его купить. Но он говорит, ладно. Я сказала, что нет. Тогда мне подарили вот это вот саше. Кучу саше с ароматом Лёда Амур от Кинзо. Можно в машину распихать. В шкафы. Новый аромат от Givenchy Dalia Divine. Тоже сколько-то вот сашеток этих. Бесконечное маленькое черное платье, две штуки. И интересный для меня пробник. Это Лакваросса от Fendi. Аромат этот не пробовала, не тестировала. Очень интересно. Очень рада. Тушь Sublime de Chanel, ну, клиентский день, что же, что-то же должны были подарить. Пробник аромата Tender Chance. Очень люблю этот аромат, и можно будет кинуть в сумочку эту пробирочку. И это саше с тональным кремом Le Beige, тоже в оттенке 0,20. Ну, понятно, я купила пудру, дали мне это саше с кремом. И еще был наборчик от Biotherm. Вот такая вот пластиковая, не знаю, как конверт его, что ли, наверное, назвать надо. Здесь на молнии вот такой. С косметичками Biotherm уже давно не заморачивается. То есть у них все наборы, как правило, вот в этих пластиковых пакетах. Пробник крема для глаз Blue Therapy. Сыворотка для лица, по-моему, 10 мл тоже Blue Therapy, соответственно. И кремик 15 мл в баночке, что приятно, Blue Therapy. Хотя я его, наверное, презентую, потому что мне этот крем не подошел. Я показывала в каком-то видео о пустых баночках, у меня была полноценная версия. Еще один пробничек Le Jour от Chanel, это дневная сыворотка их. Тоже осталась к ней равнодушной, тоже, наверное, отдам. И маленькая упаковка мицеллярки от Biotherm 30 мл Travel. Формат замечательная штука. Это единственное, что меня заинтересовало из этого подарочного наборчика. И, наконец, последнее. Поскольку клиентский день Chanel, то неотвратимо получение новой косметички. Сейчас я попробую ее показать, чтобы здесь как-то, не знаю, ничего у меня не упало. В общем, я показывала как-то в видео такую косметичку в виде... Такая она огромная. У меня был белый такой матрас, я подробно рассказывала, она такая с карманами. А это вот черный, только большего размера. Он
Сейчас я попробую все-таки открыть. Действительно похож на матрас. Вот так раскрывается на две стороны. Здесь такие вот магнитики невидимые. То есть можно в скрытом виде, вернее в сложенном, а можно в разложенном куда-то в чемодан положить. Очень удобная треугольная упаковка. И все это представляет собой два таких огромных кармана на молнию. Еще раз покажу. Вот такая вот. То есть два таких кармана. Вот разложила, вот такая вот огромная косметичка. С одной стороны будет с уплотнением. То есть это хорошо, чтобы защитить свою косметику от каких-то повреждений, удобно при транспортировке. Косметичку давали, в общем, как за какую-то сумасшедшую сумму, по-моему, от 10 тысяч рублей. Но без учета скидки, что радует. Вот, собственно говоря, что в этом месяце купила. Вот, такие, вот такая вот большая куча, которую мне не уместить на этом моем столике. Очень довольна своими покупками. Довольна тем, что получила в подарок. Надеюсь, что видео было полезным, интересным и приятным. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.